Дорогие друзья, сегодня мы приехали в общежитие, которое находится на жилплощадке. Это как раз пенсию получу завтра, у меня хоть что-то будет поесть, а то один борщ у меня кончается, денег нет у меня. Вот. Я только это, благодарна тебе. А может быть, я телефон у тебя возьму? Я дам телефон. Сегодня мы приехали, привезли продукты. Буквально вчера и сегодня так изредка, а вчера сильно стреляли здесь, да? Говорю, вчера сильно стреляли здесь. Да я не слышала, тут у нас такое, это, я вообще плохо слышу. Вот. А в комнате сижу и это, не могу тебе даже сказать. А вот те дни я слышала, видно, где-то поблизости раздавалось, что я слышала это, и сильно стреляли. Вот. Видно, такими что-то тяжелыми, аж гупало. Вот сегодня, благодаря вам, друзья, мы приехали, привезли продукты, проведали. Женщину у нее на Томской сгорел дом, теперь она живет в общежитии. Спасибо, и то общежитие, видите, он и в него тоже не раз попадали. Дай бог, чтобы больше не попадали, и скорее бы прекратилась бы война, и наступил мир. Спасибо вам, друзья.